Попались на взятки. В Витебске задержаны должностные лица концерна «Мясо-молочные продукты». В коррупционной схеме участвовали трое. Руководитель предприятия, которое входит в состав концерна, его бывший заместитель и глава частной компании. Привлекали других частников и вместе создавали цепочки необоснованных посредников, через которые шли товары, необходимые перерабатывающим и сельскохозяйственным предприятиям. Это существенно отражалось на себестоимости и цене продукции. Данная схема позволяла им не только получать заработную плату в разы, превышающую заработную плату руководителей и в среднем работников отрасли, как по области, так и в республике в целом, но еще и получать взятки от представителей субъектов хозяйственной и коммерческой формы собственности за поставляемую продукцию. Сумма взятки превышает 150 тысяч белорусских рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Им грозит до 15 лет лишения свободы. На деньги и имущество наложен арест.